Вот, то есть о чем я говорю, что мануальная терапия – это всего лишь часть. Остеотерапия – это некоторое полное комплексное воздействие на человека, когда вот мы понимаем, что косточку-то мы ему поставили на место, да, позвонок развернули. Но у него, вот пример просто с самим собой, у меня язва желудка, да, соответственно, некий позвонок, который выше примерно желудка, ну, через 3-4 примерно позвонка, он у меня болит, страдает. То есть, когда я там переем, да, или что-то меня жжет, я там чувствую. И также, в принципе, вот спазмы внутри влияют на, ну, там, от селезенки, от желчного пузыря, да, на определенные позвонки, которые влияют на ребра, ребра перекручиваются, и реберная невралгия влияет на нервы опять, и опять идет в мозг, и опять идет искривление в нашей ауре. То есть аура получается обкусанная, неровная, на нее присаживаются всякие паразитарные сущности, вот эти вот инферальные, невидимые, которые опять начинают влиять на нас. То есть это как работает? И снаружи внутрь, и изнутри наружу. То есть, соответственно, чтобы закрепить результат мануальной терапии, нам надо еще висцеральную терапию делать, то есть восстанавливать органы внутренние. Этого может быть достаточно. То есть, если человек там упал, недели две прошло после того, как там повернулся таз, то это можно вообще за один раз сделать, нет проблем. Но если он с этим тазом кривым ходит 5 лет, 10 лет, да, то вы ему за 5 процедур не сделаете, даже за 10 процедур. Вот, случай на работе был тоже, вывих, да? Ступню. Я говорю, а давно ты вывихнул? Он говорит, где-то у него 6-7 лет. Я говорю, а ты к врачам ходил? Он говорит, нет, я так хожу. Во-во-во, и так и ходит. Да, у него уже нарость там, но я ему поправил, что мог. Сколько лет ходил? Ну, ё-моё, да, вот люди не обращаются, вот, глупостью занимаются, дураки все, ленивые, либо, не знаю, что-то жалеют. Так вот, о чем я говорю, что тогда придется подходить комплексно. Что значит комплексно? Может быть, у человека в ауре что-то присосалось, тогда мы энергетически его проверяем, пробиваем энергетические блоки сначала в чакрах, потому что энергия должна идти вертикально по божественной оси. Эта ось, она бесконечная. Сейчас я не дошел. Не видно только, да? Мы как бы в космосе, как жемчужины, на ней каждый насажен. Это наша энергетика, которая нам дается извне, нашими создателями, ну, как хотите называть, мироздателями, Богом, там, Вселенной, космосом. Неважно от кого. Главное, она идет всегда через нас, и снизу вверх, и сверху вниз, насыщая и наполняя наши жизненные функции и аспекты жизненные, где мы себя проявляем, творчески или как-то еще. Соответственно, вот когда я восстанавливаю все вот это у человека, происходит волшебство. У меня тут женщины на столе и беременными становились. Не на столе, конечно, но мужья их потом приходили и радостно мне так восхищенно рассказывали. Блин, ты ей сделал пару раз массаж, а мы не могли там несколько лет забеременеть. И тут полгода проходит, все, она беременная. Представляете? И женщины не находили мужа 15 лет. После нескольких сеансов массажа пропадает девушка. Я говорю, что ж ты не приходишь-то? Она говорит, ой, а это извини, я тут замоталась. У нас эти приятные хлопоты предсвадебные. То есть месяц прошел, ее не было, да? Она уже не то, что нашла мужа, а уже свадьбу уже играет. Энергетику поправили и все. Да, энергетику поправили, да. Это все начинает работать. То есть восстановление позвоночника, мануальная терапия, влияет на внешние аспекты нашей жизни. У человека налаживаются отношения в семье, там, с супругами, да? На работе, с начальством, удача прет в руки, повышение по службе. Сколько раз мне говорили мои клиенты. Ой, меня там повысили. Ой, извини, не могу ходить, у меня теперь новый отдел в банке. Более крупный. Я теперь столько денег зарабатываю, и ответственность больше. Некогда теперь ходить на массаж. Все получилось, спасибо. Ну и так далее. То есть, понимаете, жизнь налаживается у людей. То есть, мы такое благо несем людям, которое... вы даже не представляете, вот еще раз повторяю, что нет такой профессии лучше, когда мы помогаем другим людям. И нет такой профессии, где столько благодарности. Мне приходят, руки жмут, 3-4 раза возвращаются, чтобы пожать руку. Спасибо, спасибо, Олег. Про меня там и сами ролики снимают, и какие-то отзывы везде пишут люди сами, по своей воле. Представляете? Так что мы занимаемся очень великое дело. Я считаю, это божественное дело, помогать вот так людям. Согласны? Да, да. Вот, соответственно, то есть у нас получается физика, ну, механическое тело, да, механика, кости правим, энергетику вправляем, и дальше еще вправляем мозг. Мозг мы вправляем, убирая инграммы,
То есть иногда недостаточно вот этой связи извне, изнаружи вовне, а висцеральная еще, висцеральная терапия запускать, и извне наружу. Иногда надо поработать с мозгом. В мозгу есть инграммы. Инграммы, не слышали такое? Нет. Ну, я долго не буду объяснять, коротко. Инграмма – это некоторая психонервическая запись в мозгу, в памяти. То есть мозг вообще изначально ничего не забывает. Просто мы откладываем, ну, не нужную информацию подальше, а нужную там поближе. Это чем пользуемся ежедневно. Да? Вот утверждают, что мозг вообще не накапливает информацию, она хранится вне информации. Вот, что не вне, да, 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 вне. Да. Метод хранения – это… Это не в голове, она вне находится. Да, это вот, да. Те, кто изучает мозг, у них каждое десятилетие новые версии. Сейчас такая версия, да, это есть ноосфера, как некоторые интернет, грубо говоря, да. И по сути мозг это некоторый воспринимающий канал. Получается как связующий. Да, 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 связующий, да. Радар стоит большой, принимает все эти информации. Да, это вот новая информация, потому что раньше делили мозг по участкам. Этот участок за речь отвечает, этот за глаза, этот за язык, там, этот там за что-то еще. Вот. Да, по новой информации действительно, да. То есть мы воспринимающий канал. Поэтому из этой ноосферы часто бывают такие парадоксы, когда одна и та же идея открытия, да, мировых законов приходит в разные точки мира практически одновременно, двум-трем человеком сразу. Да. Или оба так синхронно. Ой, пришла идея, рядом два человека стоят, и мне тоже оказывается одно и то же, одинаково. Да. Вот, потому что оба подключились к этому каналу. Так, ну это мы, чтобы не отступать в сторону. Инграмма. Соответственно, мозг... Это имеется в виду, что запоминает, все пережитое, что мы живем здесь, в нашем теле физическом. Все пережитое. Он запоминает и сохраняет на многоканальной кассете, где есть там 30 каналов звуков, 5 каналов видео, дорожек. Вспоминайте кассеты ВХС раньше были, вот видео, там много дорожек, да, 32. Там... кинестетические какие-то восприятия, да, эмоциональное восприятие, ну и так далее, там, психологическое восприятие. То есть вот весь этот список восприятий, который в мозгу в данный момент, как фотография, запечатлился, он у него всегда будет храниться, ну не важно где, где-то в космосе, может, или прямо чипом в голове, в виске левом. И получается так, что мы живем на автоматизмах, на стереотипах, которые нам вроде бы полезны. Ну, там мы не думаем, как рулить машиной, так каждый день, когда уже научились, да, не думаем, как на работу добираться, каким путем, потому что у нас настолько автоматически, да. Это хорошо, но бывают автоматизмы, которые всплывают неожиданно из этих инграмм, то есть из тех записей. В какой-то ситуации нам надо повести себя, особенно в критических ситуациях, это опасно, потому что мы не готовы. Ну, там, в суде, например, да, или перед краем пропасти. Мозг играет дурную шутку, и мы начинаем не то, что... противодействовать ситуации, а наоборот вестись в нее, разводят как лохов, как говорят, да? Почему? Ну, потому что мы вот неосознаны в этот момент. И мы бываем настолько неосознанны, что человек самостоятельно прыгает в пропасть. То есть у него не было желания самоубиться. Его так тянет, у него такое состояние готово. Также перед бандитами, перед судьями, перед коллекторами из банка, перед, ну, кем угодно, да? Ну, просто вообще сложная ситуация, да? Или в школе там, в детском саду, даже начиная с тех времен. Все записывается. А мы не знаем, почему мы так реагируем. Потому что эти инграммы влияют на все наше остальное. Так вот, есть метод одитинга, который убирает эти инграммы. И люди, которые чистят себя таким способом, у них также налаживается жизнь. Они также начинают не деструктивно деградировать, да, по дорожке вниз, по накатанной, а наоборот начинают развиваться вверх. Соответственно, есть такие люди, клиры или преклиры, которые... Ну, это из дианетики взято. Дианетику не знаете? Ну, бог с ней, с дианетикой. Смысл в том, что есть процедуры, которые вот избавляют от вот этих вот зацепок. А они как... знаете, раньше было... Ну, для сравнения, метафору приведу. Узелковое письмо у древних народов, не знаете? Ну, когда не было букв, да, они вот узелки оставляли на веревочке. Один узелок, два узелка. Ну, мне кажется, как азбука Морзе, наверное, там два узелка это там мама сначала, три узелка это там пошла купила молока хлеба. Ну, условно, да. То есть вот и такое узелковое письмо у нас в голове как бы вот этих событий накручивается. Поэтому, чтобы снять инграммы, надо иногда дойти до самых ранних, до детских инграмм, до внутриутробных инграмм и даже до инграмм до рождения человека. То есть у него сознание-то родилось раньше, чем физическое тело появилось. Вот это как бы
про то, что ты говоришь, что мы только связь имеем. Да. Вот. И такие люди, которые настолько себя очистили, они называются клирами. Мы не занимаемся клирингом, у нас не клиринговая компания, хотя слова это коренные. Но почистить мозг иногда стоит. Что тоже относится к остеотерапии. Вот чем мы сейчас, друзья, с вами займемся на наших тренингах. Сейчас мы переходим непосредственно к практике. Будем все пробовать и получать навыки непосредственно в наши руки здесь и сейчас. А если вы настолько смотрите на видео, ну, подписывайтесь на YouTube-канал, ничего страшного. Но вы ничего не получите, понимаете? Ничего не добьетесь, пока не будет у вас навыков в ваших руках. Так что приходите к нам. Отрабатываем здесь, прямо сейчас, на живых людях. Мужчинах, женщинах, толстых, худых, на всех разных. Все пробуем, все из теории сразу в практику, сразу в жизнь внедряем. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Алавгудвин.